Еще раз здравствуйте, меня зовут Илья Удальцов, и мы продолжаем рассказывать о радиаторах Royal Therma. В предыдущих выпусках я познакомил вас с разными моделями радиаторов Royal Therma, и сегодня я расскажу вам о модели Revolution Bimetal. Данный радиатор производится на заводе Royal Therma. Это Владимирская область, город Киржач. Это самый популярный биметаллический радиатор в линейке Royal Therma. Дополнительные ребра на вертикальном коллекторе способствуют увеличению коэффициента полезного действия радиатора и увеличивают его теплоотдачу примерно на 5%. Данная система запатентована производителем и называется PowerShift. Такая конструкция позволяет получить 161 Вт теплоотдачи с каждой секции. Радиатор окрашен качественно, равномерно и без шероховатостей на поверхности. Окраска радиатора производится в 7 этапов. Перед покраской радиатор дополнительно обрабатывается новым поколением экологически чистого покрытия без тяжелых металлов и фосфатов под названием «Оксилан». Это улучшает адгезию лакокрасочного покрытия и повышает антикоррозийную стойкость радиатора. Снаружи используется специальная краска «Акзенобель». Такая краска гарантирует долговечность, радиатор не заржавеет и всегда будет выглядеть как новый. Радиатор Revolution Bimetal – это биметаллический радиатор. Это значит, что внутри алюминиевого корпуса используется вот такой металлический коллектор из прочной стали марки 20. Еще одна отличительная особенность всех биметаллических радиаторов Royal Therma – это увеличенное сечение вертикального и горизонтального коллектора. Сечение вертикального коллектора составляет 18 мм, горизонтального – 38, в отличие от остальных – 15 и 35. В стальном коллекторе радиаторов Royal Therma при соединении горизонтального и вертикального коллектора заужение сечения отсутствует, то есть теплоноситель свободно гуляет по радиатору. Благодаря этому вертикальный коллектор не забивается шламом, а теплоотдача остается на заявленном уровне. В радиаторах Revolution Bimetal, как и во всех радиаторах Royal Therma, используется специальная прокладка межсекционная, выполненная из хлопка с добавлением графита и силикона. Благодаря этому прокладка всегда остается эластичной и не высыхает. Итак, подведем итог о радиаторах Revolution Bimetal. Данный радиатор производится на новейшем заводе в России, город Киржач, имеет технологию PowerShift, имеет гарантию 15 лет, и это абсолютный полный биметалл. На этом сегодня все. Увидимся на канале YouTube Royal Therma. Оставайтесь с нами.